Фамилия моя слишком известная, чтобы я ее называл. Я бросаю мужа, этого святого человека со всеми удобствами. Введите гражданина посла. Только бы не скандал. Они так утомляют, эти скандалы. Пусть на обратном пути Казань возьмут. Ну, чтоб два раза не ездить. Очень приятно, царь. Очень приятно, царь. Очень приятно, здравствуйте, царь. Очень приятно, царь. У моего мужа белая горячка. Я не пьющий. Красота-то какая, милота. Временно являлся исполняющим обязанности царя. Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. Торопиться не надо, сесть я всегда успею. У меня сегодня в кафе увели перчатки. Это я удачно зашел. Да, хором-то тесные. Конечно, не царские палаты. Были демоны, мы этого не отрицаем. Но они самоликвидировались. Если бы вы были моей женой, я бы повесился. Боже мой, какой текст, какие слова. Бесовская одежа. Я вся в кино, в искусстве. Головы им отрубят и всего делов. А? Пес с ними. Тьфу на вас. Правильно говорю. Тьфу на вас еще раз. Иннокентий Смоктуновский. Кеша. Вот тебе еще надо, собака. Зайдите на недельки. Короче говоря, чао. Да ты ведьма! Вунша Иван Васильевич. Знаешь, Шурик, тянет устроить скандал. Не надо. Алло! Добавочный 3,62. Вы на мне дыру протрете. Демоны! Вы водку пьете? Будьте добры, позовите, пожалуйста, Антон Семенович Шпака. Будьте любезны. Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите. Храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть. А что вы так на меня смотрите, отец родной?